184 серия Мурманск-Магадан, трасса Лена А-360, движение в сторону Нижнего Бестиха, Якутск. Путь составляет 60 километров. Отвечу на некоторые вопросы, которые... на некоторые комментарии, которые поступили к этому времени. Артем 33. Вопрос с едой, конечно, непростой. Я бы весь зачитывать не буду комментарии. Это комментарии к серии 113 Мурманск-Магадан. Можете почитать. Отвечу так. Значит, три пункта очень важных дороги. Это питание, это вода и это отдых, сон. Питание, ну, доширак, пюре сухое, то есть то, что можно кипятком разбавить и приготовить себе. Я пользовался в основном этим в дорогой. И тушенка. Значит, у меня было два кипятильника. Один покупал в Китае на Алиэкспресс, второй отечественный. Китайский термос-нагреватель, термос-кипятильник, при температуре, когда в салоне было, по-моему, минус 4, он отказался включаться. Пришлось воспользоваться запасным нашим отечественным. Считаю очень важным, чтобы не оказались в тяжелой ситуации, приобретает наше отечественное оборудование, оно более надежное. Второе – вода. Во время движения, ну, воду можно покупать и в магазинах на трассе, но я по возможности старался запасаться водой, когда видел дорожный знак, где кран водопроводный нарисован. Даже есть одно видео, будет видео, где я заехал непосредственно к этому месту, где затарился этой водой. Более подробно и развернуто я расскажу вот в том видео, когда это будет заснято. И третий вопрос – это сон. Ну, две недели я еще более-менее терпел, спал на досках, потому что спальный мешок очень тонкий, китайский. Вот, он очень теплый, но очень тонкий, и все бока уже у меня болели. И был вынужден уже в Чите купить самонадувающийся матрас. Замечательная вещь. Стоит не дешево, порядка 6 или 7 тысяч. Но он того стоит. Вообще я стараюсь все дублировать, отправляясь в дальнюю поездку. Все, и видеорегистраторы, и радиостанции, и кипятильники. То есть все, что связано с постоянной работой, я дублирую. Два ноутбука, даже три ноутбука с собой брал. Вот. Ну, для гарантии, чтобы не получилось так, чтобы в дороге придется покупать новый ноутбук. Так, теперь дальше. Саша Горохов. Я тоже ем конфеты, когда смотрю ваши видео. Люблю шоколадное. Ну, особо не увлекайся, не переедай, это не очень хорошо. Джонни Базаров. Здравствуйте, жду продолжения. Ну, продолжение уже идет. Елена Яшенина. Наконец-то. Я думал, потерялась где-то Елена Яшенина. Давно не было в комментариях. Ну, и, как я понял, Елена Яшенина до сих пор находится... в Карелии, в Мурманской области. Это ее комментарий к серии 20... 022 серия.
относительно вот этих пирамидок, которые я все обращал ваше внимание на пирамидки и в Карелии, и в Якутии, ну, по всей России такие, в Башкирии, везде. Она отвечает, Елена Ешенина, что это рукотворные сейды. В Википедии есть хорошая статья с подробным описанием того, что такое настоящие сейды. А сложенные из камней пирамиды – это рукотворные сейды. Складывая подобные сейды, люди как бы подражают высшим силам, силам природы. Я все зачитывать не буду. Это было, благодарю, Елена, я на самом деле не мог найти нигде, потому что ту информацию, которую я находил в интернете, я уже на эту тему разговаривал, комментировал. Вот. Большое вам спасибо, обязательно к этой теме я еще вернусь, читая и в Википедии попробую найти, почитать. Должен сказать, что на трассе Колыма таких сейдов очень много, и размеров они огромных. Каждый камень, каждая плита, ну, по несколько сотен килограмм. И сложить их вот такой пирамидой, на мой взгляд, не очень просто. За тысячи километров от населенных пунктов, где нет ни техники, и можно надеяться только на свои руки. Поднимешь. Одному человеку это не под силу. Так что, Елена, не теряйтесь, догоняйте, мы уже подъезжаем к Нижнему Бестиху. Так, Артем 33. Это комментарий к 112 серии. Красота новая, объездная Мариинска. Ну, я сам того не желая, вот по ней проехал. Повел меня видеорегистратор, который предложил два варианта, быстрый и обычный. Ну, я выбрал быстрый, поэтому обошел Мариинск по объездной. Танкист Вася, значит, написал в стихотворной форме комментарий. Это 176-я серия «Мурманск-Магадан». Я зачитаю несколько строк, потому что я вижу, он, по-моему, в стиле рэп. Ну, я не смогу в стиле рэп, поэтому не сердитесь, как получится, так получится. Значит так. Он бравый шофер, он отважен и смел, он брошен был в путь через весь свет. И словно помеченный знаком богов, шел в первых рядах, устрашая врагов. Я понял так, это стихи посвящены водителям Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Значит, на трассе я буду, проезжая на трассе, я увидел обелиск, подъехал к этому обелиску. Вот первый комментарий не дает мне говорить. Ладно, по этому обелиску я расскажу попозже в другой серии. И, кстати, танкисту Васе от меня большой привет. Продолжай в том же духе заниматься, если у тебя лежит желание, стремление к стихотворной форме. Ну, я буду рад послушать в твоем исполнении, в твоем аудиоисполнении. Значит, сейчас двигаемся, повторю, что трасса А-306. Приближаемся к Нижнему Бестиху. С левой стороны по ходу движения река Лена, но ее не видно с трассы. В Якутск заезжать в этой серии не буду. На обратном пути уже из Магадана снова же буду возвращаться. Вот тогда я заеду в Якутск, проедусь по городу, чтобы могли посмотреть. Ну, а заодно посмотрите переправу через реку Лена туда и обратно. Кстати, эта серия
этот день. Сейчас уже какой у нас 18-й день движения. 18-й день движения закончится ночевкой после переправы через... После паромной переправы через реку Алдан. Уже было темно, я не рискнул ехать в темноту, поэтому прямо на причале, недалеко от причала, остановился на ночевку. Ну, это все вы увидите, просматривая видео. Ну, а сейчас смотрите видео, пока дальше ничего говорить не буду. Нижний Бестях. Нижний Бестях. Серия 185. Сейчас я громкость убавлю немножко, но... Так, Нижний Бестях. Это 185-я серия. Будет в этой серии пройдено 64 километра. В данный момент слева по ходу река Лена. Паромная переправа в город Якутск. Ну, в Якутск заеду на обратном пути, посмотрим город немного. Ну а сейчас сразу за Нижним Бестяхом, ну, одни говорят, это город, на карте написано, что поселок. Довольно-таки крупный, наверное, больше всего подходит к нему название поселок городского типа. Так. Ну вот видео, которое размещаю в интернете, это не только информация о состоянии дорожного полотна, инфраструктуре, но и, может быть, скажем, неплохим, что ли, тренингом для тех, кто собирается в дальнюю поездку. Вы можете проверить себя на выносливость, просмотрев непрерывно весь день движения. Это 10-11 серий. Непрерывно. Ну, а потом сделайте выводы. Я впервые на трассе Р-504 Колыма, поэтому сейчас вот особое чувство волнения, новая дорога. По трассе Лени я уже проезжал несколько лет назад. Можете посмотреть видео Хабаровск-Якутск, в каком бы состоянии было железнодорожное полотно. Фу ты, этот дорожное полотно. Каким оно стало? Подвижки есть. Ну, поверните налево, затем поверните налево. Но, к сожалению, к моему сожалению, и такие уже и серьезные. Хотя полотно дороги от трассы Амур до Якутска, до Нижнего Бестяха, стало гораздо лучше. Периодически останавливаюсь, сейчас уже не помню зачем. Или аппаратуру перестраивал. Я использовал две навигационные системы. Это Яндекс навигатор и MapMe. Хорошая навигационная система. Но, к большому сожалению, она хорошо работает в центральной части России. Ну и не только в центральной. На Дальнем Востоке неплохо работает, а вот на Колыме это
ей лучше не пользоваться, потому что на протяжении, наверное, больше чем 500 километров она все пыталась меня вернуть на старую дорогу в Магадан. Старая дорога непригодна для движения маленьких машин. Там так, 4 часа. Мосты разрушены. 4 часа 18 минут. А двигаться вброд на маленькой машинке в неизвестном месте, но я не хочу рисковать. Ну вот, начался новый участок дороги. Новый фрагмент участка дороги Мурманск-Магадан. Это вот федеральная трасса Р-504 Колыма. Ну, а дальше, наверное, смотрите без комментариев. Своими глазами увидите, что такое черный прижим, что такое заячья петля. Вот так. Я титрами отмечу эти участки на видео. Трасса Колыма, не помню цифры, 507, что ли.
Да, меня удивил приятно вот этот терминал на заправке. Я впервые такое видел, чтобы карты прямо в колонке расплачиваться. Там и наличными можно рассчитаться. Проехали Нижний Бестяк, или еще можно сказать Якутск. Закончилась трасса Лена. Двигаемся сейчас по трассе Колыма в сторону Магадана. Состояние дороги не знаю я. Впервые здесь ни разу не был, поэтому судить о том, какая была дорога и какая сейчас, не буду. Но информации негативной в интернете очень много. Я посмотрю своими глазами. 1800 километров. 250 от места ночевки до Нижнего Бестяха. Посмотрел по маршруту, будет ровная переправа через реку Алдан. Если будет возможность, конечно, сниму на камеру. Thank you.
ночью было прохладно сегодня. Температура на улице была минус один. Проснулся от холода, поэтому одел белье с подогревом. Но аккумулятор пока не включал. Здесь я ни разу не был. Впереди, говорят, памятник ГУЛАГу. На этом, на МАПМИ. Но он не разрядился. Сейчас стоит на... поставил на зарядку. Был 1% аккумулятора, стало 3%. Потихоньку заряжается. В Нижнем Бестихе дороги отвратительные, но бензин по сравнению с трассой.
525. Когда показывает километровые столбы 1925. Яндекс.Навигатор показывает меньше. Мне, конечно, нравится расстояние Яндекса. Сколько дней потребуется на участок у Магадана, не знаю. Все будет зависеть от состояния дороги. Думаю, километров 100 дорога вот такая будет, замечательная.
уже. Температура на улице 12 градусов, время в Москве 4 часа 47 минут, местное значит 10 часов 47 минут. Улетел планшет, не был закреплен, лежал просто. Это достать его.
если такая ночь будет. Сегодня чем-то должна быть другой. Нам нужно что-то делать с лежаком. Очень опасные, у них острые края и
элементарно пробить два колеса. Это знак есть знак, будем по знакам. Хоть бы знак поставили предупреждение. Вот опять два. Все внимание на дорогу. Еще ямка. Впереди две ямки. Трехэтажных. Там вот закончился. Тингелек. Началось. Так вот, проложил на MapMe маршрут посмотреть от Нижнего Бестиха до Магадана. Ужаснулся, какое количество там участков, где идут дорожные работы. Бездорожье, по-моему. Пылище. Один день ехал пылищу, второй день пасмурный после дождя. Грязь была, были прибиты. Капитальный ремонт 12 километров. Сейчас начнется. Вот я ужаснулся, сколько участков, где идет ремонт. Просто был в шоке. Ладно. А дорога. Специально, что ли, так сделали, или как по задорного дорогу дает команду прораб проложить ровную дорогу. Как, куда? Вот, видите, сток. Вот на сток ориентируйтесь. Ну, рабочие начали. Хозяин стога увидел, что на него идут строительные работы, взял на тракторе, притащил сток в сторону, ну и, естественно, рабочие в сторону, смотрит опять на него, назад перетащил,
трава приходит через какой-то район, как глянул, две стороны дороги, вот такая, какую сейчас проехали. Влево, вправо, влево, вправо. Очень много домашнего скота пасется. Вот щит, который по всей вероятности потерял свою актуальность. Видать, ремонтные работы 12 километров выполнены. Обочину вроде бы сделали, в общем, до конца дома довели. Разметки нет пока. Ладно, это называется...
светофор. Реверсивное движение. Будем ждать.